Всем привет! С вами Танами, и я продолжаю играть в Sims 4. И это Династия Ананасис. В прошлой серии мы с вами познакомились с основателем династии, с Гришей. Заселили его на пустой участок, немножко его обустроили. Устроили его на работу. И, собственно, на этом мы закончили прошлую серию. Я, в принципе, не знаю, чем я буду заниматься в этой серии, но посмотрим. У нас для карьеры нужно играть в видеоигры и все, что ли. И нужно внимательное настроение. Давайте для начала осмотримся тут. Может, мы чего-то интересного найдем. Так, пока игра на паузе, чтобы было удобно осматриваться. Ух ты, у нас тут место для рыбалки. Можно будет порыбачить. В принципе, я тут ничего не нахожу. Мы, наверное, сейчас с Гришей куда-нибудь отправимся. Ух ты, чей-то домик. Посетить. Нет, 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 нет. Мы посещать пока никого не будем. Так, ладно. Ах, да, я когда зашла в игру, я обнаружила, что почтовый ящик где-то вот в этом районе был. И я его переставила вот сюда. А то почтальону придется очень далеко ходить. В общем, давайте поедем куда-нибудь взять отпуск, отправиться. Давай, Григорий. Куда же мы отправимся? Вон носик у него. Так. Ну, я думаю, куда бы нам отправиться? Подвигаемся. А может, в библиотеку? Там должны быть компьютеры, а нам они нужны. Давайте. Так, посмотрим, что. Что у нас тут есть? Да, компьютеры есть. И есть у нас тут симы. Борис Баранкин. Библиотекарь? Ничего себе. Так, это ясно. Смешно представиться. Приветствовать дружбу. Приветствовать Крюба. Но нам, в принципе... У него желание играть в видеоигры. Давайте отправим его играть в видеоигры. Так, играть в игру Sims. Давай в Бликблок. Где твоя модная походка, Гриша? Оп, 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 оп. Забавный он все-таки получился, он мне нравится. Так, а что у нас на втором этаже есть? Куча полок с книжками. Собственно, симов пока мало. О, женщина. С такой же походкой, как и Гриша. Как и у Гриши, точнее. Мила Манч. А вот интересно, она замужем или нет? Я без понятия. Тут будут еще симы ходить. Так, это кто? Маленькая девочка. Ребенок. Что-то ни одной женщины нету. Так, 25%. Готово. Так, поболтать с кем-нибудь. Сейчас мы тебе устроим поболтать с кем-нибудь. Нам надо девушку какую-нибудь. О, кто ты? Давай мы тебя рассмотрим. А, это ж Элиза Панкейк. Известная личность. Так, даже не знаю.
Пока что начало династии не очень-то и весело, потому что один сим, особо заняться нечем. Чё за рыжик? Но думаю, со временем будет повеселей. Так, это сгенерированной игрой персонаж. И, кстати, я не понимаю, почему некоторые так, можно сказать, негативно отзываются о русских именах в игре. Так, дамочка. Как тебя зовут? Клара. Меня, допустим, устраивают русские имена. Как бы русская версия, русские имена. Было бы удивительно, если бы, допустим, в России жили люди с именами Джон или подобное. Так, 50%. Что-то ни одной девушки нету нормально. Придется, наверное, в какой-то парк идти. Так, я уже забыла, что тут у нас есть. Это что? Клубы, потребности. Ну, с потребностями у нас все окей. Давай, играй свои игры. Я не знаю, что я буду делать в этом летсплее, так сказать. Чем я буду заниматься, как его записывать, как его вести. В принципе, опыт в записи видео у меня есть, но по поводу династии такого сказать не могу. У меня были попытки вести династию, но это было в фотоформате. А в видеоформате это у меня первый такой опыт. И, кстати, ни одна династия моя так и не была завершена. Разные причины были. То глюки, то сохранение повреждалось, то мне надоедало, то еще что-то. Но надеюсь, с этой династией ничего такого не произойдет. Так, это надо будет мигать, пока мы не нажмем. Практиковаться в программировании в течение 5 часов. Это мы тоже будем выполнять. Так, это мы завершили. Гриша, давай мы с тобой... О, уровень повышен. Давай мы с тобой, наверное, пойдем в парк. А тут никого. О. Мадам. Ну или... Взрослая Елена. Нет, ты нам не подходишь. Нам надо какую-то молодую девушку. Тут ходят одни старушки и мужчины. О, что-то уже вырисовывается. Ну-ка, стой. Елена тоже взрослая. Почему молодых нету? Мне, наверное, придется своих персонажей заселять. У меня есть персонажи некоторые. Даже не знаю. Так, давай, Гриша, отправимся с тобой в парк, потому что тут я не знаю, что делать. Девушки. Ну-ка, покажись. Посмотрите-ка. Тебя как зовут? Подросток. Вот, ёшкин кот. Нам нужны молодые персонажи. А их тут нету. Я так понимаю, у меня будет игра все время на паузе. Ладно, нажмем паузу. Гриша пока пусть позанимается своими делами, а мы тут поищем, порыщем. Может, найдем какие-то камушки, либо еще что-то. Но я пока не наблюдаю ничего. С кем там базаришь? Поболтать с Константином? Ну, поболтай, поболтай. Я тут пока поищу. Я не вижу. Я знаю на одном участке практически каждый камушек и каждую лягушку. А вот в парке, к сожалению, я редко с Симами была. О, желание исполнить. А вот и камушек, смотрите-ка. Можно копать. С кем вы там общаетесь? А? С детками. Я пока что стандартные семьи не удаляла. Пусть живут. Может, потом создам им детей. И будет наш городок постепенно развиваться, заселяться.
Так, почему же... Так, вот еще одна девушка какая-то. Я не буду сильно затягивать. Или это мы уже видели? Да, мы видели. Не буду сильно затягивать с развитием своей династии, потому что затянется это на годы, на... А мне как-то не хочется. Ну, в общем, как получится, так получится. Вот еще один камушек. Так, Гриша. Носик у тебя, конечно, отличный. Профиль такой. Не знаю, греческий или не греческий. Так, что он там выкопал? Карту. Давай, откроем. Открывай. Добыли куколку. Так, посмотрим, может тут кто-то появился. В принципе, о, стоять. В принципе, при помощи функции, которая появилась, когда персонаж на работе, мы можем познакомиться с коллегами. И, может быть, с кем-то из коллег у нас завяжутся отношения. О, панкейк, Боб. Боб, Боб. Молодой персонаж, но он не того пола, который нам нужен. Так, с подростками мы мутить не будем. Так, ты кто? И это взрослая. Ты? Блин. Так, это... Summer Holiday. Молодой персонаж. Ну, давайте познакомимся, что делать-то. Что там хочешь? Купить компьютер. Еще бы. Давайте закрепим это. Играть в видеоигры. У него теперь, наверное, будут только такие желания появляться. Ух ты какой. Какой мужичок. Но нам женщина нужна. Присела тут такая. Hello. Она общается с ним? Так, это кто? Зеленые шапочки. Ух ты какой. Так, что там наш Гриша? Все еще бежит. Давайте ускорим игру. Стоять. Ай, исчезли. Так. Интересно, сейчас мы спросим, есть ли у нее пара. Ну, вроде бы как нету. Но мне бы не хотелось на симах, созданных игрой и Максис, женить своего сима. Но, блин. О, молодой. Интересная такая симочка. Вроде как с азиатской внешностью. Давайте с ней познакомимся. Давай, иди к нам. Так, развернулась. Это у нас взрослый персонаж. Нам она не подходит. Так, это не то. О, это будет надолго. Стоять. Это кто? Ух ты. Взрослый. До свидос. Так, давайте это отменим. Обсудить интересы. Обсудить последнюю игру. Тихо. Показать пародию. Другие варианты. Нет, 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 нет. Давай, Григорий. Как-то они странно стоят. Так, это что за клон? Взрослый, до свидания. Ну давай, Гриша. Гриша. Узнать лучше. Ну да, будем через забор стоять, общаться. А ты иди отсюда, кыш.
рассказать забавную историю. Так. Скандальную, невероятную. Давайте спросим, есть ли у нее пара. А ты кто? Мы тебя уже встречали вроде как. Да. Подросток. Так куда ты пошла? Давайте похвастаемся мускулами, если у него есть такие. Давай, иди. Sweet Magda. Ooh, Tremaine. Kiniku Swarspa. Risalek. Nubim Shorg. Давайте мы ее рассмотрим. Лорба Китсуни. В принципе, неплохая, если ее переодеть, изменить прическу. Как тебя зовут-то, Лидия? На имя нормальное. Не знаю, греческое ли. Тебя мы, по-моему, тоже уже видели. Старушка. Эх. Так, рассказать анекдот про пришельцев. Спросить о карьере. Так, душевный разговор. Юмамуш, Огенчима, Уивесьев, Вакса. Может, многие скажут, что не может так быстро быть. Нашел симку сразу переходить на близкие отношения. А я вам скажу, а почему бы и нет? Это же игра. Это династия. Куда ты пошла? Иди сюда. Обсудить интересы. Так, подождите-ка. Она что-то сказала про карьеру? Лидия безработная. Так, подождите. Ой, Лидия эксцентрична, она нам подходит. У нас у Криши тоже черта характера эксцентричный. Так, это я знаю, это Мортимер Кот. Давай, Григорий, не упусти свою греческую диву. Фроба чузен. Снорбс. Так, мы голодаем немножечко. Ну, конечно, я сейчас же не буду там ей доводить их отношения до там супер-пупер, чтобы появилось предложение руки и сердца. Оп, рыжая. Кто такая? Ух ты. Но взрослая, ты нам не подходишь. У нас Гриша молодой, поэтому проходи мимо. Линц. Ядраз вумпа, фрэнс дебэй. Ноби-ноби, ебу. Кимба, пэнка флиф. Так, что это у нас? Дерзко заигрывать с кем-нибудь. Давайте позаигрываем с ней. Почему у меня пауза не нажималась сейчас? Вот. Так, где тут романтика? Дерзко заигрывать. Давайте, почему нет? Раз такое желание у него появилось. Давай, Григорий. Молодец. Круто. Подружиться. Давай подружимся. Обсудить интересы. О, она теперь, по-моему, сама будет заигрывать. И она сразу кокетливая стала. Забавно. Так, блондинчик. О, смотрите-ка, прическа как у Гриши. Это кто? О, смотрите-ка, какая симпатичная. Но это подросток. Муа. Муа. Ебу. Ебс. Огариз Банкира! Так, погодите-ка. Давайте, пожалуй, сейчас отправимся в библиотеку и немножко
Попрактикуемся в программировании в течение 5 часов. Нам нужно сколько, ну, в общем, сколько получится, столько получится. А с ней мы... Давайте посмотрим на облака. И попрощаемся. Ух ты, деревцо. Завести новое знакомство. Так, где-то тут еда была. Вот где? Вот гриль. У него было действие взять порцию, я так понимаю, но я его отменила. Так. Давай, иди. Покушай. И пойдем с тобой в библиотеку. Потому что своего компьютера у нас пока нету. Но, думаю, со временем мы его приобретем. И, кстати, когда нам на работу? До работы два... Сколько? Два дня. И у нас уже все выполнено. Лично. Бежим, 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 бежим. И мы потом пойдем в одно место, где я знаю, есть точно камушки. Сосиска с фасолью. Что там про? Очень прикольно. Бак перевернула. Ох уж эти подростки. Я не хочу женить Гришу на взрослых персонажах. Потому что персонаж раньше может умереть, чем наш Григорий. В смысле, если жена его будет взрослая. Ты кто? А, Кассандра год. Блин, что-то ее не признала. Давай, выкапывай клад. Ты выкопал? Да, я выкопал. Открыть. Капсулу выкопал. Нормально так. Отлично, у нас теперь две таких куклы. Одну мы продадим. Так, иди в туалет и пойдем в библиотеку. Ла-ла-ла-ла-ла. Как я говорила, поначалу будет, может, не так весело смотреть это все дело. Скучновато будет. Но я думаю, со временем все улучшится. Так, давай, Григорий, отправляйся. Нет, не отправиться с, а просто отправиться. Так, а мы пойдем в библиотеку. Вернемся, так сказать. Итак, мы прибыли снова в библиотеку. И кто тут у нас? Женский пол. Да-да-да, молодой персонаж. Людмила Шилова, библиотекарь. Уже другой приветствовать. Смешно представиться. Так, еще одна кандидатура. И в очках. Неплохо. Посмотрим. Немножко с ней поговорим. Хотя мы сюда с другой целью пришли. Где это? Узнать лучше. Давай. Чего ты хочешь? Предложить кому-нибудь авантюру? Стоять, спросить, есть ли пара, предложить авантюру. Давай. Не имеет партнера. Это прекрасно. Подружиться. О, сразу флиртовать? Давайте.
Пофлиртуем. Чимовимпа, а? Почему бы нет? Муа. Муа. Шашерей. А почему Минкапа Бару? Полосочка флирта не появляется. Еще раз флиртовать. И хвалить внешний вид. Спрашивать сразу так в симпатии, признаться. Спрашивать о карьере не будем, потому что мы и так видим, где она работает. Хотя Sims игра непредсказуемая. О! А, что-то он не нажимается. Держать за руки, заключить в объятия, обменяться номерами. А с ней у нас побольше действий, чем с Лидией. Где? Заигрывать? Ну давай позаигрываем. Просить остаться друзьями? Ничего, что мы только познакомились. Давай. Ну все, он запал, по-моему. Отправить кокетливое сообщение? Отправим. Что-то у него все романтические действия. Давай похвалим. Сексапильная поза. Мне нравится это действие. Очень. Сейчас посмотрим, как Гриша его будет делать. Какой он смешной. Ух ты! Такой смешной. Ну все. Так, погоди, отправить кокетливое сообщение. Давай отправим. Так, а где это было? Отправить сообщение. Стоп, а где кокетливое... Куда ты улегся, ну? А как выбрать кокетливое сообщение, интересно? А почему у нас в отношениях... А, видимо, потому что она рядом. Давайте Лидии отправим кокетливое. А как это сделать? Какие-то, это же просто сообщения. Действия. Почему-то не было такого действия отправить кокетливое сообщение. Так неинтересно. Включить звонок телефона, сменить цвет чехла. Давайте сменим. О, вот, отправить кокетливое сообщение. Почему-то не сразу заметила. Давай, давай, отправляй. Он спать хочет, но нам еще упражняться в программировании, так что не расслабляйся, Григорий. Почти что лепс. Давай. И скоро будем отправляться домой. Ух ты, нифига себе! Ничего себе! Вы смотрите-ка, на почти что Катя Пушкарева. Внешне. Ничего себе. Мне кажется, мы ее выберем. Давай. Обалдеть. Так, уже почти. Скоро будет 12 ночи, нам стоит поторопиться. Смотрите, рядышком села с Гришей. По-моему, ей Гриша понравился. Задира. Как это они стали уже предметом воздыхания? Да. Ну ладно, Гриша, давай уже отправляться домой. А то мы так и засидимся тут. Прощайся с Людой. Давай, идем спать.
В общем, первый день закончился. Гриша, отправляйся спать. А я думаю, на этом я завершу первую серию. Если кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А с вами была Танами, и всем пока!